четверг вечером у столичного рынка Колкотовой произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один из автомобилей – Toyota Prius. После столкновения отлетел практически на 20 метров от места ДТП. Второй легковой автомобиль – Volkswagen – врезался в маршрутку. ДТП произошло возле пешеходного перехода. Здесь установлены лежачие полицейские, и водители на этом участке дороги обычно притормаживают. Водитель маршрутки так и поступил. По его словам, именно в этот момент в маршрутку врезался красный Volkswagen. Я ехал на маршрутку, вот дальше видите. Я даже не успел испугаться. Я притормозил, вот полицейский. И тут удар, все. Как рассказали очевидцы, Volkswagen ударил маршрутку после столкновения с Toyota Prius. В момент аварии в маршрутке были пятеро пассажиров, никто из них не пострадал. Травму получил водитель Volkswagen, его с травмой ноги увезла скорая. Позже стало известно, что от госпитализации он отказался. Как пишет сайт МВД, водитель Toyota Prius сел за руль пьяным. Сейчас по факту ДТП в ГАИ проводят разбирательство.